Скажите, как эзотерически убрать аритмию? Для того, чтобы убрать аритмию, необходимо, когда начинается биться сердце, вот брать третий и четвертый палец и их потянуть, потянуть, потянуть на одной руке, и после этого вот так на другой руке. После этого 5 минут посидеть. Если аритмия не исчезает, еще раз это сделать. Таким образом, аритмия полностью исчезает.